поправки к Конституции Российской Федерации? Почему важна поправка о защите суверенитета и территориальной целостности страны? Так как это касается личной и национальной безопасности, если утвердить эту поправку, то никто не сможет сказать, что Крым – это не Россия. Мы знаем притязания наших ближайших соседей, Японии, на часть Курильской гряды. И поэтому думаю, что наша уже теперь любимая 67-я статья будет реальной защитой целостности наших границ и незыблемости итогов Второй мировой войны. У нас огромная страна, и я считаю, очень важно, чтобы эта страна и оставалась такой же великой. Это достояние наших дедов. То, что завоевано нашими предками и принадлежит России, должно ей и остаться, и никому другому.